И мы снова на канале «Кухня спозаранку». Я вас приветствую. И с самого спозаранку мы сегодня готовим восхитительный, пышный, золотистый аромат на ванильный бисквит, который очень легко и быстро приготовить. Вам потребуется 4 яйца. Для начала мы их разделяем на белки, вот видите, и на желтки. Пробиваем в отдельной посуде. В белки добавляем полстакана сахара и в желтки. Вот это такой вам коньячок, ну, любой ваш вкусный коньяк, ложечка, вот, пожалуйста, добавляем ванилин, пакетик туда, либо эссенцию, и пакетик разрыхлителя. Все, друзья мои, просеиваем дважды стакан, всего лишь стакан муки, и вот такое изумительное тесто, тягучее, как глазурь получается. Вот я добавляю муку, видите, смешала уже белки с желтками, сахаром. Ставим в духовочку на 170 градусов, где-то минут 30-35, смотря на ваши духовки, проверяем шпажкой, она должна быть сухая, вот так вот он поднимается, но это не предел, я вам скажу. В круглой форме он был бы еще больше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока, до новых встреч!